Для тех, кто хочет закупиться играми, заходите в мой магазин. Здесь большой выбор лицензионных ключей и аккаунтов к играм по лучшим ценам. А для любителей поиграть в GTA Online в магазине имеется недорогая и качественная прокачка. Все это и многое другое в моем магазине. Ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик, и сегодня новенькая серия City Car Driving прямо по вашим заявкам, потому что в последнее время вы очень сильно просили снять что-нибудь действительно жесткое, нарушение, дикие гонки по городу, дикие шашки, в общем, чтобы была максимальная скорость, максимальное ускорение и крутая тачка обязательно. Все это будет сегодня, а перед тем, как мы начнем, в видос попадают следующие крутые комментарии. Ставь лайк и пиши свой крутейший комментарий, если тоже хочешь попасть в видео. Итак, ребят, это гелик. Это AMG-шный 55-й гелик. Не новый уже пускай, но тем не менее, не менее быстрый, не менее агрессивный. Я думаю, что сегодня он позволит нам действительно бомбануть по полной программе. Если серия зайдет, то жду от вас побольше... Кстати, давайте так. Короче, если вы хотите вот именно таких трешовых серий больше, то просто набираем побольше лайков. Я увижу, что вам это нравится, и буду снимать такие серии почаще. А сейчас мы стартуем. Так, руль у нас работает. Фары включил. Вроде никого нету там. Поехали сюда, что ли, потихонечку. Пока сильно... Да почему нет-то? Давайте сразу бомбить. О-о-о, какой он дикий. Тачка реально просто дикая. И сразу пошел, сразу просто в пол. Видите, машин не очень много, поэтому, скорее всего, сегодня будем наваливать просто по полной программе. Так, немного наглости. Оп! Опа-ча! Просто дикие вещи творю, чё творю? Давай, давай. Пусти меня на короля, чувак. Я постараюсь сделать это без аварий, но если будут жесткие ДТП, вы знаете, что делать. Пишите тайм-коды, конечно же. Так. Пропускаем газончика. И сразу же за ним стартуем. Не пропуская просто никого, фигачим дуром. Блин, какой он дикий, а. Какой же он дикий, елки-палки. Это встречка, пацаны. Обалдеть, как он дубасит. Не, машина просто зверь. Вот это, вот этой тачки мне реально давно не хватало. Нужно было вот это сделать, выпустить пар. Давай, давай, Гелендос. А чё, мы не будем стесняться. Просто не будем стесняться. Это вообще жесть. Да, пацаны, вот это жесть. Чуть-чуть пропустил, чтобы не врезаться, и дальше просто пошел. Максимальное ускорение, гашетка постоянно в пол нажата. Оп. Это что-то с чем-то, это вообще невероятное ощущение. Я давненько так не кайфовал, играя в City Car Driving. Вы знаете, что я стараюсь ездить более-менее аккуратно, чтобы там не врез... Да собака ты сутулая, я за тебя чуть бабку не сбил. Идиотина. По-моему, я был вообще прав в этой ситуации. У него... Ну да, у него же помеха справа получается. Короче, пофиг на него. Сейчас будем дубасить. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Просто жесть, он... Чё вытворяет этот гелик? Просто сумасшедший. Я не знаю, почему он такой быстрый, я не знаю, почему он такой резкий, но я бы хотел, чтобы реально заряженные тачки здесь были настолько крутыми, как он. И тормоза, посмотрите, какие крутые тормоза. Слушайте, ну, по-моему, мы слабовато валим, как вам кажется? Надо быстрее. Давайте, все, газ в пол пошел. Просто на взлет. 150. 160, красный впереди. Это чудо просто случилось сейчас. Просто какое-то чудо. Я вообще не понял, как я его не цепанул. Но как-то вот так получилось.
Это просто буря эмоций какая-то. Давай, гелик, давай, херач просто, давай. 160. 180. И начинается какая-то пробка жесткая в городе. Сейчас мы попробуем шашечки. Шашечки на гелике. Блин, он позволяет все абсолютно. Просто все позволяет. Сумасшедшая тачка. Давай, 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 тормаживаемся, тормаживайся. Пытаюсь еще педали вот так работать, типа как АБС. Чтобы, ну, никакой фигни не случилось, чтобы его точно не занесло. Но, давай, жигулист. Пошел, пошел, пошел. Ну пошел, собака. Ну а тут что, ты тоже? Давай ехать. Все. Я, знаете, я раньше пробовал какие-то вот такие гонки устраивать на других тачках, но настолько круто, как вот на этой, не получается. Реально не получается. Тачка просто вот создана для того, чтобы лихачить. Ну посмотрите, какой у нее старт молниеносный. Это просто вообще пушка-бомба. Это не тачка, это монстр. Все, поехал по тротуару. В пол оттормаживаюсь. И его не заносит. Это очень здорово. И он просто моментально набирает сотку. Моментально сотку набирает. Смотрите, давайте вот я уверен, что сейчас отсюда до туда сотка будет 100%. Смотрите. Поехал. Давай, 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 давай. Третья. Сотка. Все. Изи. Изи сотка. И звук выхлопа такой крутой, короче. Прям вообще супер сделан. Вот тут впервые его понесло. Но не знаю почему. Возможно, дорога плохая. Может, резина перегрелась. Не бойся, не бойся, Lexus. Все нормально. Не очкуйся. Все. Просто пошел дубасить. Можно даже на расслабоне это делать. Вы понимаете, что за тачка? Вообще дикая просто. Дикая тачка. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И все, и спокойненько. Фух. Это я вам скажу, это те эмоции, которые надо испытать. Если у вас есть руль, очень советую вам эту тачку. Кайфаните просто. Просто кайфаните. Именно вот этот, не 63-й, не 65-й, именно вот этот 55-й AMG-шный гелик. Ну вы видите по салону, что это примерно 2001 год, вот какой-то такой. Это не самый новый, не самый последний, но тем не менее он дико крутой. Просто невероятные шашки, куда, куда дальше-то? Вот сюда вот. Блин, это невероятное что-то. Это просто... Это не тачка, это ракета. Он реально идеально слушается руля. Просто идеально руля слушается. Ну, давай, ушел вправо. Ушел вправо, собака. Просто я не знаю, как с ним... Это что-то с чем-то, это что-то с чем-то. Ничего, ни на одной тачке я не мог так эффективно ехать по потоку, жестко топить. Фух. Так, мы сейчас не поедем за город, мы поедем вот сюда, в город. Нафига нам в загород на такой тачке, если мы и по городу можем так дубасить? Ну ехать мы сегодня начнем или нет, а? Красный, это не для нас. Спокойно едем, спокойно просто. 170 по городу, как вам? Пацаны, как вам?
Я, может быть, сегодня мало говорю, но просто я тут дико увлечен процессом и сосредоточен на том, чтобы никуда не врезаться. Всего лишь было 2 ДТП за сегодня. Я считаю, что с учетом того, как я гоняю как сумасшедший, это вообще просто невероятное что-то. Обычно, когда ты даже пытаешься не попадать в ДТП, их просто куча. Тут нет. Тут все четко. Отличная тачка. У него прям кикдаун. Вот его прям чувствуешь, что вот ты типа, ну, проехал чуть там. Бах, нажал и пошел. Как сейчас я не врезался? Как это получилось? Вообще уму непостижимо просто. Все, и спокойно встроился в поток, едешь в потоке. Хочешь и бахнул. Иди отсюда, мужик бегающий, ты не успеешь до меня добежать. Да, жесткие нарушения вот на этом гелике, это реально здорово. Вы поняли, да, прикол? На какой еще тачке так можно сделать? Хоть одну мне назовите, на какой тачке так можно сделать? Ни на какой, пацаны, ни на какой. Сразу вам хочу сказать, ни на какой. Вот эти жесткие нарушения только на гелике. Только на нем возможно. Давай. Ну. Поехали сюда. Я не знаю, что это за дорога. Вообще здесь ни разу, по-моему, не ездил. Попробуем, куда мы выйдем отсюда. Походу, это загородное шоссе какое-то. Ну, тоже интересно. Сейчас попробуем его раскочегарить тогда. 170. Тормоз в пол. Ой, тут нет дороги. Я что-то думал, что можно налево идти. Прикиньте, я реально думал, что можно налево идти. Там дороги нет. Нормально. Да, я вообще расслабился уже. Я до этого был напряжен, сейчас расслабился, потому что, ну, все позволяет абсолютно. Вот любое мое движение руля, он все это делает. Я как на спорткаре еду, даже круче. И опять шашечки начались. Вот смотрите, гелик нормального человека, гелик курильщика. Просто в миллиметрах прошел. В миллиметрах. Просто миллиметровщик, пацаны. И девчонки. Я вообще в шоке. 190. 200. 200. 200, просто 200. Понимаете, в потоке 200. Шашки на 200. Сто восемьдесят. Просто next level. Next level play. И это супер. И, ребята, если кто-то мувик сделает из этого, обязательно поставлю лайк и со своего канала прорекламлю вашу. Так что скидывайте, если что. Потому что дикие нарушения просто. Дикие нарушения гелика. Какой же он офигенный в управлении. А, елки-палки. Просто вообще. Это моя любимая машина, серьезно. Вот я сколько тачек откатал в Ситикаре. Вы понимаете, я не знаю, сколько идет серия. Я думаю, минут 10-15. Я все эти минуты просто жму газ в пол. Ну, понятно, что где-то я торможу, но плюс-минус я жму газ в пол. И он едет, и я не врезаюсь даже. Сомневаюсь, что это только моя заслуга, потому что я на всех машинах плюс-минус одинаково езжу. А тут он просто помогает реализовать вот этот потенциал, который ты вкладываешь в рулежку. Он реально четко слушается руля. Вот, вот обычный гелик был. 190. 200. 210. 220. 230.
Как вам шашки на 230 километрах, а? И вы видите, что тачки едут дальше, то есть я их реально не задеваю. Все, я не знаю, что здесь дальше комментировать. Это все. Это просто прикол. А, вот сейчас цепанул. Цепанул, да. В миллиметрах не прошел. Ну, я не знаю, это просто невозможное что-то. Это что-то в уме просто у меня не укладывается, вот то, как он едет круто. Тебе надо, тормозился, едешь спокойно по потоку. Хочешь и бахнул. Причем можно вот так. Нет, так нельзя. Или можно? Могут ли быть шашки по встречке? Если своя полоса забита, можно ли ехать по встречке? Блин, цепанул эту. Отбойник. Ну просто сам факт, что фигачишь по встречке. Тихо, тихо, тихо. Вы чё, менты, блин, успокойтесь. Это супер упражнение на реакцию, по-моему. Ты куда ж ты? Два гелика просто. Ой, блин, это жестко было. Так вот, не поделили дорогу. Вы посмотрите, что с колесом. Я думаю, что здесь реально в подвеске дело. Вот подвеска очень грамотно настроена, поэтому он реально очень круто управляется. Ладно, на этом серия будет заканчиваться. И вы поняли, что если вам понравилось, то надо поставить лайк, если хотите увидеть такие серии еще. Но гелик реально может. А, кстати, а попробуйте придумать какое-нибудь задание. Вот задание, которое я смогу выполнить или, может быть, не смогу выполнить. То есть, допустим, мы берем гелик, и мне надо там от одного города, к примеру, там до другого, или там всю проселочную дорогу, или там всю загородное шоссе проехать там, допустим, за какое-то время. В общем, придумывайте задания, пишите, будет тоже интересно почитать. На этом заканчиваем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами был Механик, всем пока.